Ну что, подведем итоги кастома Lamborghini. Были полностью снята вся краска. Я вам в начале, в конце покажу, как бы когда это выглядело. Сейчас сделал таким вот методом. Сделал верхнюю крышу, серый кузов, немножко черного спойлера. Была также прорисовка двигателя внутри. Ну, немножко салончик. Желтого цвета покрасил. Также фары прорисовывались. Колеса были прокрашены серым цветом и нанесены окантовки белой. Фары заднего вида красного цвета также были поменены, выхлопные трубы на металлические. Вот. Жду от вас комментарий, отзывов, вашей критику в мой адрес, что не так сделал, что неправильно. Если нужно, то с удовольствием прочитаю и отвечу. Подписываемся, ставим лайки. Вот. В следующем видео будет кастом этого BMW M3 GT. Будет тоже все меняться. Все будет другой цвет. А это уже знаете. В следующем видео.